Капризы погоды не повлияют на дорожную безопасность. Сегодня утром прошел традиционный смотр готовности уборочной техники. Наша съемочная группа не могла пропустить это мероприятие. 78 снегоуборочных машин будут чистить столицу Чувашии этой зимой. ОАО «Дорекс» готов к работе в тяжелых условиях. Это доказала не только проверка, но и сегодняшняя погода, приготовившая сюрприз в виде ледяного дождя. Впрочем, с поставленной задачей предприятие справилось на отлично. В целом, сегодня мы с утра, с 5 утра, отслеживая почасовой прогноз погоды, мы приняли решение выпускать технику на подсыпку тротуарной части и магистральных улиц наших дорог, центральных. Основной, получается, особый контроль мы взяли подъемы и спуски мостовых сооружений и остановочные павильоны. В настоящее время дождь, ледяной дождь, в принципе, он продолжается, но мы в целом к этому были готовы. С 15 октября предприятие перешло на круглосуточный режим работы. Специалисты ежечасно контролируют изменения погоды, чтобы оперативно очистить дороги. Дарина Игнатьева, Андрей Шоколев, Республика.